понедельник, 28 августа, в Каменке выходной, городу исполнится 415 лет. Праздновать начнут за несколько дней. В субботу танцы в парке, воскресенье утром ярмарка «Покупай Приднестровское», вечером фестиваль «Камертон», песни, танцы, выступит рок-группа «Диагональ». 28 августа, в понедельник, возложение на мемориале и все в парк Витгенштейна. Гостей будут встречать Петр Христианович Витгенштейн и Антуанетта Станиславовна Снарская. И после этого обход подворий. Одно из самых ярких подворий – это подворье, которое устраивают наши детки, если коротко сказать. Ну а затем польское, русское, молдавское, украинское подворье встречают своих гостей. Первое упоминание о Каменке – 1608 год. В конце 18 века земли Северного Приднестровья вошли в Россию, а в 1805-м местечко Каменку купил граф Витгенштейн. Он и построил городской парк. 1840 год. Это значит, что этот мостик помнит поступь Петра Христиановича Витгенштейна. То есть он здесь гулял? Он здесь гулял, и не только сам, а, конечно, в сопровождении семьи. Известно, что верхом могли прогуляться по парку помещики. Это район Антоновка в Каменке. Здесь жили немецкие колонисты. Вот печь 1884 года или коммен, как говорят местные. В них немцы коптили мясо на зиму. По-прежнему немецким называется поселение Антоновка, Антонеттенталь, которое является сейчас уже частью Каменки. Но, тем не менее, все мы прекрасно знаем, как жили, трудились, творили наши немцы-колонисты. Сейчас в Каменке готовятся ко дню города. В центре кладут асфальт. До парка Витгенштейна по ровной дороге уже в эту субботу.